О-о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 -
Подлагивает даже. Вся вертушка. Они к мечети гоняют нас, к мечети гоняют. Как у нас проблемы? Дорога не возьми, да. Никого не убил. Все с такими глазами черными, без вот это хрень. Все молчат, никого живых нет. О, работает уже. А северо-востоке. Вот оно, вот оно. Пик-пик, это вот там, вот там. По звуку, наверное, сейчас. Будильник. Что нам с ней делать надо? Охранять. Попросить. Да. Манипуляции никаких не надо. Ничего не делать надо. Вот они. За что за техника? Ты техник приехал. Ты... Я сильно не слышал, что что-то стреляло, у меня труба есть. Хочу пойти. Ты с нами приехал в грузовике или что? Не, со старта бегу. Ну беги. Так вы скажите, где техника? Пока неизвестно. Нашел груду ранцев, все видели, это же, да? Это есть бомба, я так понимаю. Краб, я через тебя этот будильник слышу. А верхняя штука, топор летает через эту границу, тоже, наверное, услышит, да? Ну, если совсем близко подлетит, то услышит. Кто-нибудь там, кто рядом отгонится. С пулемета в вертушку пострелять эффективнее. Да, конечно. Ты? У тебя проблема с микрофоном? Тебя я почти не понять. Я знаю. Я не понял, что ты хотел. Вертушка. Что у них миномет какой-то странный. Обе, ты на усадьбу идешь? Да я уже на усадьбе. Хорошо, что-то видно там? Ну, что-то, но врага не видно. Понял. Я метку на себя дал, если что. На бомбу метку дает, чтобы ориентироваться, где сам находится. Что за шмарда? По вертушке так попал. Вертушка. Да. Сейчас это стреляет то ли по сушке, то ли по дышке.
западе есть какой-то контакт в районе стройки. Кто-то двигается, похожий на снайпера, на юг. У нас один снайпер только. Все здесь рядом, да? Метку на себе поставил. О, да-да, это походу наши клиенты, много их там, много, вот сейчас там нет. Постройка. Да, метку нет, да? Ну ты разве стройку не знаешь? Над бомбой на 200, бомб. Да, на 300. Я вообще потерялся и бегу от спауна в горы. Отмечайте, короче, на западе. Метку дали синюю. А кто сейчас у качалок бегает? Хатап, может быть? Тоже бежит. Да, я бегу. Тебе сильно на запад надо? Если на стройку. Свой? Да, 320 это поп, короче, не сходит. Не должно быть своих. Там голова высовывается. Понял, буду. Вот где я пишу, сейчас летел. Паш, ты чё, технику не вижу, тебе вот то? Нет. Минометы?
чего-то едет. Грузовик. Тут сейчас 74-ка, вы правда скажешь, работает, да? Да нет, я работал. Наверху, на самой крыше, и второй или третий этаж, еще во мне моя. Второй этаж, третий этаж. Стройка разрушенная. Выше, да, вот там. Передвигается внутри, к стройке. Да, к стройке движется пехота. Миномет может нас. Да, сейчас пробуем. Там, которая севернее, метка пех, которая вернее. Там сейчас пехота перетекает. Вертолет снова идет. А чё никто на БМП метку не поставил до сих пор? Она же работала вот прям. На улице с района стройки? Нет. В их севернее, по-моему, на холмах. БХ, да, севернее слышу. Опять баги. Танки у нас ЗУшка есть на Урале. Есть. Думаю, просто своя, не своя. Еще на опережение бери. Да, запаздываешь. Там кто-то упал. Упал. Парашют. Парашют. Парашют, я сейчас. Окей, не парень. Ну, значит, уже не зря сел на эту туру. Там он мертвый? Первое попадание было неплохое в хвост. Он все равно остался же. Что за грузовики у нас на востоке? Нет, это ЗУшка. ЗУшка катается, стоя. Отдых попасть сможешь тогда. Короче, к чему-то вот, каждый раз камера зависает. Кто сейчас сидел на ориентировочке? 18-м. Пока еще камера на мяч. Равно над тобой вертолет. За этим холмом на западе может быть БМП страшно. Что я разрушаю? Так, Зуха, уходи, Зуха. Выход тебе конечно. Сюда во двор загоняйся. Здесь вроде спокойно. На 320 за холмами сидят. Пехи.
Да понятно, что они там сидят, только их надо выкуривать оттуда. Танк, по-моему, наш уже закончился. Наш побежал. Стреляю с минометом. Кто-то разминировал нашу помзу на Урале. Надо до бэха на 330. Сделан с кого стрелять, проектируйте. Тур. Танкист, ты выжил? Прием там. Я попал по пакету РПГ, тур пустил ОБ. На всякий случай на юг посмотри, в низину. Там пех один перебегал, я уничтожил. Бэх еще тысяч... живая, походу. Бэх еще живая, походу. Это ты там краб бегаешь по горе? Да. Может занять Бэху? Ну, если есть возможность. Она не двигается. На усадьбе должен быть. А возле меня кто тогда со снайперкой? Обе, ты где? Усадьба. Понял. А как КБХ здесь переключить у вас? Кого переключить? Ну на вражеского, кого как переключить? Контрпэк сделать активный, ее... Но она у тебя сразу активна. Смотрите, где меня нападает. Можешь сделать активный. А чтобы так же выбили и заняли. Или что здесь держит, не стоит. Перелеты чуть-чуть. Перелеты у миномета. Заходим на восток. А что-то горит, блин. 200 метров ближе миномет. Городу аккуратно, здесь мин до хрена. У них танк еще есть, не спавай. А что я сбить вертуху попробую? Флайер, ты на пожаре? Да, внутри. Попробуй. С птура? Тебе есть ВД, да? Нет, зачем? Нет, он же не скалит. Попробуй усадьбу здесь. Есть холм, с которого хорошо. Где зубка стоял? У нас наступление идет все с запада, такое ощущение, что пехота вся шва. И танк где-то шивается с северо-запада. Может уже свалил оттуда. А, спалили и все равно скатились. Да, но что? Что едет вражеский? В Бэхе? Зубка едет, что ли? Урал. На горку. Я понял. Так, вижу. Пехоту на 340 от усадьбы. 340 от усадьбы? Да.
Ну, у врага тоже калаш есть. Зушку обстреляли из города, от мечети. С мечети? Нет, нет. С стороны тропики. На мечети кого-то вижу. На кого-то на мечети вижу. Я всё, на мечети. Понял, понял. Знаете, поставьте примерную метку на танк, блядь. Хотя бы, блядь, хоть какую-нибудь. Кого вроде никто не видит. Так, два трупа у заправки. Так. Сижу, кто в домике? Свой. Не подстрели прямо против тебя. Могу да отработать я тебя стройку. Внимание, могу отработать стройку с бэхи, отрабатывать ее. Кого? Стройку? Стройку. Не уверен, что враг, она же продвигается ближе к нам. На стройке из бинокля смотрю, никого не вижу. А где они туда все? Ближе к зоне от стройки? Уже к нам, скорее всего, да. Вижу стройки, ближайшая заправка, они уже дальше заправки вход прошли. По мне ты там вот я в домике, по мне сейчас шмале. Еще могу накрыть административ. Административку, да, можно. На уметка на врага. Рядом со мной бегает снайпер. Вертолет идет. А, обе ты сместился, я понял. Дышите бензином? Так. Вертолет садился. Что с запада? Вертолет садился? Что с запада? Да. Он подобрал, да, наверное, сюда. Этого чувака, который прыгал. Ты же сказал, что убил, бежит. Да, 72. 75-ка должна быть у нас. Выходит, ВМП сам 55 у нас убрал. Вот. Чё-то по мне кто-то долбит, не пойму откуда. Репит, я дальше, короче, буду двигаться. В 20 примерно. К мечети ближе. Да, я тоже. Ты с трубой сбегаешь, ладно? Да. Зуха еще жива? Жива, Зуха. Работаем. Где вертолет, он не видит? Прям на восток, северо-восток. Бэху вижу. Я на ней. Вот я, своя. Вот. Сидишь? Я, да. Короче, вертолетики говорят, что ты
вертолетом на скорострельности в 600. А, ну хорошо, они дождутся. Это что за пулемет работает? Вертолет, что ли? Это вертолет, куда сейчас вертолет работал, там Карпары сидит, он с вертолета на парашюте прыгал. Ну значит, коллаж был вражеский. По-моему, все, нет? Не-не-не, не все еще. Ладно, чутка. ТПП слышал, поверху, они вряд ли готовы будет что-то срывать. У нее у вертушки задний ротор вымен. Короче, ребята, они прыгают, собираются, там люди, там люди. Они падают, прыгать сейчас будут. Прыгают. Там какая-то одна какашка выпала. По-безоружному, о да. Я меня люблю. Все, ручки опустил. Так, около мечети убил. Это, пострелял сейчас. Все, сейчас вертушку упадет. Давай, да? Снова перебегаю. Да-да-да, двухполосно. Где район рыночка небольшой, тут лежит. Кто-нибудь засёк, понимаете, мы тут пошутим. Да он мёртвый. Так, БМПшка своя, да? Да. Вот эти БМПшки. Победа. Пушки-матрёшки. Вот как это я накосил. Вот. Ни одного фрага, нифига себе. Краб, ну почему? Ну за что? 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 Он ты мог их раньше убить. Чё, раньше? Ты мог раньше вынести Бэху. На полминуты. Вот это игра у меня была. Если б... Не мог. Если бы ты на полминуты раньше её вынес, мы бы живы были. А. Обидно. Да где он? Нет, мы в одну войну судного дня, Бонзаевскую, он меня все мучает. А чё такое? Всем счастливо. Давай. Да, прощайте. Санта, нас же еще не сбили. Ты просто так прыгнул, он десант, потому что тебя можно. А, танковая миссия, давайте что-нибудь другое. Плюс один. Плюс, я тоже против танков. Чё, поехали? Да ну все, нафиг. Слили, да? ПЗ, давай не танки, ПЗ. Давай не танки. Мало людей, слава не Украине. Танки. Аллаху Акбар. Бан. Сала. Еще один бан. Плюсу. А вообще. Что, причина это в чем? Там он даже банзай пришел, видите? Почему ты 55А на синих? Саша, ты 55А, не надо за синих. Удачи. Вернулся. Дай ему лучше пожвота. Нормально ты, бензай. Карбайн. Я как-то бит мешал, короче, с собой. Махно пошел. А это который Лепит, давай еще раз повторим Блицкрик. А, ПЗ, это за скриптом или без? Без. А как жить? Ой, нет, танк. Вести без меня не справиться. Нет, Даркас, я с этой... Ты пойдешь? Не знаю. Я думаю. Давайте другой. Ладно, давайте всем пока. Давай, пока. Люди уходят. Люди уходят. Меняйте. Давай стадион. Да, стадион, давай. Стадион даже. Еще и сын. Надо было первый ставить. Люди уходят. Короче, админы. Чтобы ДМчик поставить? Да. Ясно. Вот. Какие вы, а, настойчивые. Где подать заявку, чтобы короче, не взяли? В армии. Где за него голосовать? В армии все голосуют за него. Голосуйте за армию, долго год. Мир станет лучше, я вспомнил, что повысить. Я хотел поиграть, я вспомнил. Сместите сдотник. Да. Будь здоров.
Ты чихнул такой, да. Мне казалось, как будто, знаешь, как будто даже Кия. Да. Кия. Стадион, серьезно? Да. Так, все. А кто есть ободрона, синяя ободрона? Я хочу в это уйди оттуда. Я хочу тоз. Дайте мне тоз. Ну ладно. Бэдос, иди в Альку или... Не балла, пошли вверх за атаку, чё мы... А кто атака, синий? Я тут в атаке выиграл, лучше в обороне поиграть. Мы БЕ, что ли, пошли? Ладно, идем. Питер, ты знаешь, что один раз БЕ, не БЕ? Да. Нет. Чё, а вот Питер БЕшник. Питер БЕ. В смысле, у меня свой отряд, у меня браво. Ты БЕшник. БЕшник, вот обманываешь, ты БЕшник. Вот хорошо, всё. В обороне всё. Играешь. Давайте скину ссылку, где написано все, кто есть в клане БЕ. И ты посмотришь, есть там у них. Кстати, вопрос. Я, короче, заходил на ВОК, и там БЕ вообще нету. РНД есть было там, КНД было. БЕ, я даже кое-что убивал, не было. У вас там, понимаешь, один человек, два человека БЕ, и поэтому... Именно... Вот мне интересно было, кто стоит мне. Эй! Ты с кем тут сидел? Я тут родил. Тоз мне оставьте, оставьте тоз. Карыч. РНД поднялась до ВОГа. Да. Спайтер тут есть этот по каналам раздвигать пацанов. Ой, эти. КВшки, ДВшки. А, КВ есть. А. Нет, в смысле правое ухо, левое. Да. Да. Типа КВ это Ctrl и стрелочки влево-вправо. КВ, КВ1. А, ДВ там. КВ2. Карыч знает, да? КВ1С. Класс. Все, мы готовы. Старт, нафиг. Паш, давай старт. КВ2 прикольно вообще. Минут так, 20 забегали, так, так. Такая фугаска взорвается. Знакомая. Паш еще не загрузился, а у меня уже старт. Ну, жми. Погоди, а почему ты не ты загрузился? Что за кого-то обманывать? Ну, еще люди есть грузятся. Я когда приземлился, по-моему, столько начали стрелять. А почему нам дали какие-то винтовки СКС? По идее, нам должны дать автомат и калашник. Там оружие будет. Мы боевики, ящик. Алло. Будешь оружие, под стол залезь и заработай на него. Так нам мощники дали, как это хохлы-то оружие модифицируют так же. Вот. Хохлы это же блинь нации, ты знаешь, бан. Ладно, все, окей. Да, все, бан. Ну, ладно, украинцы. Нету, нормально можешь. Гонза обиделся, да. Ну ладно, я плохой человек. Когда Гонза обижается, говоришь, что вырежет на его. Ладно, я плохой, все, бан. Все, мне бан. Стоп, а брифинг, а ну да. Какой нах брифинг? Как бронехит? О, нормально. Давай щиток. Ух, как его разложить? Где он такой? Просто в руки, а чё? Это какое оружие? Я уже делал, ты его разложить как нельзя? Брать на второй слот, и это обычно. А, он просто такая тулучка, обида. Так, проверочка. Нормально. Пацаны, граната! Прикольно. Кто кинул? Кар-карыч. Чего, Кар-карыч? Кар-карыч, что? Я кидал. Ты что делаешь? Тебя прям здесь застрелить. Кто из вас? Че, мы едем? Едем? Осталось на первом сервере. У нас как бы фристайма нет. Наверное,
Ни хрена себе ПТРДшка дает. Алло. Алло. Это кого я сейчас сквозь стену высадился и убил? Ты меня? Я вообще охренел, пока юзер сраный. Я такой на машине подъезжал, на выход. Вот ты смотрю, сидит. Я не понял, вам такой. Паша. Кик-кик-кик-карм, Паша, как тебя убить? Меня через...